Меня зовут Анастасия Успенская, мне 30 лет, и я из Москвы, из Московского архитектурного института. Мой проект называется «Всемирная ассоциация студентов-архитекторов». Цель сообщества в том, чтобы собрать очень разных людей. Естественно, приоритет для студентов, потому что каждый год студенты будут становиться выпускниками. И уже многие выпускники, пока мы это делали, которые стали выпускниками, говорят, ну давайте уже сделаем из этого профессиональное какое-то сообщество. Но мы держим пока это закрытым только для студентов, потому что именно они самые жаждущие общения и самая незащищенная группа в этом плане. Нам очень важно, чтобы именно ребята, поступающие в институт, делающие первые шаги, понимали, насколько широка профессия, чтобы они не замыкались у себя в институте или не думали, что там из России всем надо учиться ехать в Москву, а понимали широту выбора, понимали, что только в России 96 архитектурных школ. Проект начинался с очень маленькой команды, то есть у нас было четверо фанатиков безумных, и за прошлый год, вот как раз благодаря гранту, мы обросли еще командой порядка 5 человек, и это вот такой основной костяк, 10 человек, которые делают этот проект. Я после того, как закончила институт, автоматически, как-то естественным путем, из студсовета, из студактива переросла в помощники проректора. А параллельно я с 2015 года куратор архитектурных смен на Тавриде. То есть я знала, что есть Таврида, и потом, когда Таврида анонсировала конкурс для физических лиц, мы решили, что это наш шанс, что мы должны попробовать, и вот получилось. У вас есть уникальный шанс поучаствовать в грантовом конкурсе и показать, что молодежь в нашей стране может принимать сильные решения, может курировать сильные проекты, и что у нас с вами есть достаточно ума, знаний, друзей и компетенций на то, чтобы это реализовывать.